И всем привет! Сегодня с вами Даша. Сегодня мы будем играть конфетная фабрика доктора Панды. Давайте заходить. Страшно, да? Я думаю, это что? Думаю, жвачка. Ведь реально похоже на жвачку. Но здесь же страшно. Это все Хэллоуин, видите? Даже паутины. Пауки, ясно. Здесь. Что надо делать? Страшно. А, шарик. А, все, поняла. Когда это закончится, это уже крутится, так крутится. Все, что ли? Ай, выходит. О. А, надо попасть. Все, поняла. Теперь я слышу, поняла. Ай, получилось. Почему это так сложно? Может быть, здесь будет полегче? Берите. Ага. Почему не катится? Угу. Вау! Получилось наконец-то. Первое только. Шарик. Вау! Вторая готова. Третья. Как у меня быстро получается. А сейчас неудачка. Сейчас тоже неудачка. Вау! Еще надо два броска. Но мне кажется... О, последний бросок будет все готово, наверное. Есть! Наконец-то мы с этим справились. То как-то я не понимала, а потом понял. Перезагрузочка. И стать, ребятки, ну... О, как страшно. Ну, ребятки, всем пока. Ой. Ой, и кстати, ребятки, напишите комментарий, какие вам нравятся, напишите комментарий, какие вам нравятся. Как? Ва, это оказывается жвачка. Какие вы все страшные. Это последний жвачка. Да. Пока. И, ну, это и не пока. Не ладно. Угу. Ждем. Ждем. Ну, когда же это перезагрузка? Это была наша первая жвачечка. Жвачка. Теперь будем вот это. Ну, видели? Пузыри же там были. Ждем. Ждем. О! Это что?
Раз какой. Желтый пусть будет. Из красный. Получилось и синий. Ладно. Мы сделаем зерку. Объекты. Такое. С этим. Еще и с этим. И с этим. Все. Вау. А это что? Это что-то. Один простой. Теперь надо уже готовить необычные и другие вещи. Ждем, пока не меняется водичка. Давайте уже красным. Я так хотела красным сделать. А теперь... А посыпочка у нас будет из двух цветов. Она будет зеленая. Зеленая и розовая. Вот такая получилась. Сейчас ее будем делать. Ну ладно, это ближе. И это. А давайте сразу. О, здесь можно. И как-то по-другому. А, мы сбили пипку. Здесь разбираемся. Включаем. Не, зеленый. Перца надо добавить. Давайте перца. Мне кажется, соль. Он так и остался. Жаль. А здесь посыпка. Как-то у нас так все эффективно. Теперь готово. Чуть-чуть подходит. Подходит. Вот это вот делается. Избираться. Слово. Выбрали планочку. Все, готово. И у нас готово сердечко. Они как квадратные. Чего? Я не хочу ждать. Оно так катится. Белым цветом. Интересно, это можно есть? Это, по-моему, разные леденцы. Со вкусом и не со вкусом. Даже с перцем. Пока это никто не знает. Ну и давайте будем, наверное, угощать наших друзей. Хай! А вот и наши друзья идут, чтобы мы им дали вкусные. И разные. Кто хочет это? Посмотрим реакцию. Это реакция и это реакция. Горько? А ему понравилось? Ему сначала понравилось, потом нет. Облегчение? Невкусно. А ей понравилось. Так вот, не киска, киска. Пока. Пока они не прощаются. Нас больше нету. А, вон. Пока они еще не съедят, когда они отстанут. А, нас нету больше. Все, пока. Не вам я, а этим друзьям.
Да, вы видели, наверное, реакцию с перцем. Зачем я это сделала? Не понимаю. Сама не понимаю. Ну, ребятки, всем пока-пока. Сегодня с вами была Даша. Сегодня мы играли конфетная фабрика доктора Панды. Ну и всем пока-пока-пока.